Аугментации обещали человечеству так много. Но инцидент положил конец нашим мечтам. 50 миллионов погибших, сотни тысяч раненых. И все из-за того, что несколько взорвавшихся богачей хотели нами управлять. Ненависть к Аугам привела к самому настоящему апартеиду. Каждый день приносит новые жестокие столкновения. Идет геноцид аугментированных. Мы больше не люди. Сначала они отбирают наши права, а потом уничтожают нас. Готовится что-то глобальное. Я должен это предотвратить. Как им вообще удается постоянно быть на шаг впереди? У них неограниченная власть, бесконечные деньги и совсем никакой совести. Вот и все. Они сформировали новую версию человека и сделали ее опасной. Они создали меня. И я готов на все, чтобы их остановить. Мои способности заинтересовали Интерпол. Несмотря на возражения других сотрудников, я стал частью нового контртеррористического подразделения. Я готов мириться с любыми предрассудками, если это приблизит меня к истинной цели. Не вздумай только слететь с катушек, железяка. Если слечу, Макриди, то ты даже испугаться не успеешь. Как выяснилось, в моем теле прячется набор новейших экспериментальных аугментаций. Ты хочешь сказать, что во мне больше аугментаций, чем я думал? Больше, чем тянет твое тело. А значит, мои боевые навыки, как и способность действовать скрытно, достигли совершенно нового уровня. Однако выросли и риски. Я работаю в Праге, в городе, который стал главной целью террористов всего мира. В последнем теракте винят местную организацию аугментированных, а значит, ясно одно. Количество жертв будет только расти. Территория КПА тщательно охраняется, туда никого не пускают. Интерпол хочет, чтобы я призвал к ответственности лидера КПА. С его армией аугов я могу поступить так, как сочту нужным. Думаю, стоит расспросить Талоса Рукера о том, почему в реальности его мирная организация выглядит так агрессивно. Комплекс КПА забит вооруженной охраной и сверхсовременными системами защиты. Однако их здание самоделка, а значит, у меня есть выбор. Прямой конфликт может привести к большим человеческим жертвам. Но если я хочу заставить Рукера сдаться, то применение силы оправдано. Модифицированное. Огнестрельное оружие. Взрывающиеся наноклинки и щит Титан помогут мне сломить любое сопротивление. Я сразу понял ваш гнусный стиль работы, как только вы вошли. Если же КПА не замешана в теракте, то разумнее действовать скрытно. Сломывая их системы защиты и пользуясь слабыми местами комплекса, я могу обойтись ударной волной ИСЭ-3. И электрическими патронами Теслы попытаться избежать ненужных смертей. Отсутствие жертв покажет Рукеру, что я отношусь к нему с уважением. Возможно, он согласится пойти мне навстречу. Оба варианта ужасны, я выбираю меньшее зло. Я пойду с вами добровольно. И все же Рукер и его КПА лишь одна ступень в моей погоне за правдой. Если я хочу узнать, кто и зачем устраивает все более жуткие теракты, мне придется работать с людьми по обе стороны закона. Это значит не делать правильные вещи, а в большей степени делать вещи правильным образом. Информация, полученная вне опергруппы, заставляет меня сомневаться во всем. Включая намерения собственного начальника. Здесь каждый ведет свою игру, а значит, общаясь с подозреваемыми, я вынужден полагаться на чутье. Ну что, вы готовы пойти, чтобы помочь другу в беде? Неважно, действую я осторожно или иду ва-банк, у любого решения есть последствия. Сколько сейчас стоит полиция в городе Големов? Ты слишком много на себя берешь. Идет обратный отсчет. Я должен любой ценой добраться до правды.
Возможно, это единственный способ предотвратить катастрофу. Очень скоро настанет момент, когда каждому из нас придется сделать выбор. Еще немного, и против Аугов будет настроен весь мир. Прага — лишь одна клетка гигантской шахматной доски. И те, кто переставляет фигуры, скрыты во тьме. Я не могу доверять случайным людям. Мне нужно помнить о главной цели. Пусть элита прячется в тени. Я смогу отыскать правду. Неважно, что они шепчут во мраке. Я не дам им сказать последнее слово.